ужасика поворачиваемся от плава налево и направо. Масса эксплуатационная 33,5 тонны. Все машины сегодня управляются с помощью ретрогидравлической системы. Три передачи вперед, три передачи назад. Управляется участником, соответствует классу Евро-3 по экологичности. Системы смазки в машинах сегодня унифицированы по типу смазок. Один вид трансмиссионной смазки применяется во всех редукторах трансмиссии. И двигатели, естественно, моторной маски. Все, то есть два типа смазок. Топливо на двигателях класса Евро-3 применяется современное технологическое топливо. В данный момент вы видите один из наших традиционных трюков, когда с помощью когтерыхлителя оператор может выведить яйцо, не разрушая само яйцо.
плакаты, которые изображены флакончиком из трактора. Этот плакат, как я сказал, будет потом в нашем музее. Можете свои пожелания оставить нашим предприятиям, написать что-то. Просто расписаться, пожалуйста.